Минувшим вечером в Лабытнанге произошло аварийное отключение электроэнергии. Несколько часов город оставался без электричества. Энергоустановку автоматически отключила защитная система. Вчера вечером в работе был один энергоблок. Нагрузка в городе была меньше 12 мегаватт. Четвертый энергоблок 18.38 пошел на остановку по срабатыванию защиты по высокой частоте вращения турбины генератора. В 19.02, уже через 20, меньше чем через 25 минут, ввели в работу первый энергоблок, начали поочередное включение фидеров потребителей. В 19.45 работали защиты двигателя на первом энергоблоке и произошел повторный останов. Видимых повреждений не обнаружено, расследованием занимается комиссия, возможно, ложная сработали защиты. Сработавшая защита предохранила четвертый энергоблок от последствий гораздо более серьезных, чем кратковременное отключение света. Специалистам еще предстоит разобраться с данным инцидентом, дабы впредь подобное отключение не повторилось. Стоит отметить персонал электростанции, который в кратчайшие сроки оценил ситуацию и в минимальное время возобновил подачу электроэнергии городу. В настоящее время коллектив электростанции усиленными темпами готовится к работе в зимний период. Так восстанавливается третий энергоблок, авария на котором произошла в августе прошлого года. В сентябре, в октябре планируем завершить основную часть работ, ввести в строй, чтобы в зиму у нас энергоблок этот однозначно был в строю. И ведутся остальные работы мелкого характера, текущие. Инциденты, подобные вечернему отключению электроэнергии, вызывают массу критических замечаний со стороны населения. Но энергетики уверяют, они делают все для того, чтобы такие случаи исключить. Андрей Симоненко, Александр Чирва, программа «Время местное».